решил прокатиться на велике в Новой Усмане. И заехал в одну посадку. Сложно назвать ее посадкой. Я бы ее назвал свалка лучше. То есть вот это вот продолжается там на протяжении 200 метров. Для нашей областной администрации сниму ролик. Ну и для Новоусманской тоже. Может быть, зашевелятся, что-то сделают. Возможно, приберут это все дело. Просто здесь часто езжу, но в этом году первый раз. В этом году вообще очень сильно все стало здесь хуже, грязнее. Вот даже новые следы от машины, пожалуйста. Да, свежие следы от машины. Вот приезжают, может быть, люди не знают, что существуют свалки, куда можно это все дело сваливать. Лучше они привезут вот сюда это все, в посадку. Это удобнее, быстрее. То, что это серьезно вредит экологии, никого, в принципе, это не волнует. Вот кукушка кукукает. О, кстати, с той стороны же тоже. Свалки, свалки, свалки. Возможно, они не знают об этих свалках. Ну, теперь, я думаю, узнают. А, о, с левой стороны. Какой пейзаж отличный. Что это сюда, интересно, привезли? Так. Похоже, что это вообще дом разобрали. Дом разобрали и привезли сюда. Вот шины там лежат. Класс. Вот следующая локация. Я обязательно укажу на карте и прикреплю карту к этому видео, где это все находится. Очень сильно, конечно, это все удручает. Если вы думаете, что это все, нет. Вот дочка моя, молодое поколение, видит все это, наблюдает. И для нее это, возможно, станет нормой, что везде все за***ло у нас.